Привет! Сегодня предлагаю приготовить котлеты из свиного фарша и молодой капусты. Котлеты из мясного фарша с добавлением капусты получаются бесподобными. Приоритет отдается именно молодой капусте, она нежная и в измельченном виде быстро приготавливается. Итак, приготовьте все необходимые ингредиенты. Для приготовления котлет можно использовать любой фарш, у меня из нежирной свинины. Мясной фарш переложите в миску. Молодую капусту нашинкуйте сначала соломкой, затем разрежьте поперек на маленькие кусочки. Измельчите капусту ножом максимально. Переложите нарезанную капусту в миску с мясным фаршем. Лук очистите и нарежьте маленькими кубиками. Чеснок очистите и измельчите. Укроп промойте и мелко порубите ножом. Переложите лук, чеснок, укроп в миску с фаршем и капустой. Сюда же вбейте яйцо, всыпьте соль и черный молотый перец. Тщательно вымешайте фарш. Смоченными в воде руками сформируйте из фарша круглые приплюснутые котлеты. У меня получилось 8 достаточно крупных котлет. Запанируйте наши котлеты в муке. В сковороде разогрейте подсолнечное масло. Выложите в масло котлеты. Накройте сковороду крышкой, сделайте огонь ниже среднего и готовьте котлеты, не открывая крышку, 15 минут. Затем котлеты переверните. Снова накройте сковороду крышкой, готовьте котлеты на огне чуть ниже среднего еще 15 минут. Котлеты наши готовы. Подавайте их в горячем виде с любым гарниром. Я, как всегда, желаю вам приятного аппетита, а перечень ингредиентов находится в описании к этому видео. Пока-пока!